А теперь самая развеселая инфа. Артист Бланка и его менеджмент отдали нам этот клип с просьбой специально, чтобы его обсудили 12 злобных зрителей. Привет, Бланку! У тебя все получилось, ты сам все слышал. Я сидел, блядь, дома, никого нахуй не трогал в своем гетто. Тут, блядь, прилетает видос с подписью «Спаси», ну, типа, пожалуйста. Открываю, ебать, этот видос. Там ссылка на 12 злобных зрителей, типа, сказали, что мой клип, я такой, о, думал, типа, попал клип хоть, блядь, типа, нормально. Я смотрю, вроде все заебись. И тут в конце она такая, прям, знаешь, типа, а сейчас для вас самая интересная новость. Сука, какая же это, блядь, новость, я жду ее минут. И тут она заряжает Бланку со своим продюсером или с менеджером. Типа, я пришел, сказал, ребят, обсудите мой клип, скажите, что вы думаете и так далее. Конечно, мне эта залупа, блядь, не понравилась, типа, какого хуя? Почему? Почему она так сказала? Ну, в принципе, никто не скрывал того, что я продюсерский проект, всем вообще похуй должен быть. Мне кажется, я, наверное, единственный, первый, кто может сказать, кто может сказать это, блядь, с гордостью, мне будет вообще похуй, выложу хуй на любое мнение и скажу, ебать. За меня, блядь, никто ничего не делал. Я сам, блядь, руковожу своими мыслями, всей этой залупой, просто, блядь, просто есть люди, просто которые... Рьется, а потом я покупаю всю эту тусовку и ебу их в очко. Он просто слишком играл, вот этот все на пафос. Как вот любят. Да они так и сейчас и ведут себя. Ну, черевый такой ублюдок. Бля, я бы его встретил бы лично, леща бы ему дал, сказал, ты чё, блядь, мышь нахуй. Ха, мышь, нигер! А если бы по крысе реально можно было звонить, это было бы гениально. В Нью-Йорке на одного человека приходится 5 крыс. У всех были бы доступные телефоны.